Ты рад? Да. Тетя Оля. Да, тетя Оля. 人生也许就是这样。我的老丈人即将送走来自德国的发小，今天是娜塔莎带着双胞胎回到家中的第二天。经历了几十年友情的欢笑之后，我们这个家里又迎来了新生儿的啼哭声。好了，生完孩子自己开车回家。爸爸马上一到家，我搂抱妹妹。爸爸，你看我有什么？奶嘴。你就跟出去买了个东西一样的。我买了个两个。Рада? Конечно. Ты рад? Да. Еще не знаю, что делать. Теперь будешь памперсы менять. Буду, хорошо меняю. Тетя Оля. Да, тетя Оля. Папа, мама, тебе кажется, твоя меньше, чуть-чуть больше. Нет, мама, твоя меньше. Это твоя маленькая. Нет, мама, больше. Кого бы тинчуа? Спасибо, Сергей. Спасибо. Во! Ну какая разница? Они же ваши. David， 我一直以为你会是我们家唯一的孩子，有很长一段时间我都这么以为，没想到三个了现在。你会特别爱他们是吧？这个是米兰尼亚还是艾米莉亚？你喜欢哪一个？我都喜欢。Завтра Витя уезжает. А, проводим. Прощальный ужин. Хорошо. 真的呀，他们要走了，很快的时间过的啊，接下来的念的。О, быстро время летает, да? 随后我们一家人找了个馆子，约上老丈人年轻时候的朋友们，像他们年轻时一样醉醺醺的搓了一顿。Ура! Ура! Ура! Давайте, за встречу! Гости дорогие! За вас всех! Приезжайте чаще! 随后他们中的许多人都喝醉了，说了许多肝胆相照的话。我们也来了。二妹夫还有弟弟跟我的老丈人说，明年大家统一休年假，要和德国朋友在土耳其一起度假。可能是由于性格原因吧，我没有吱声，因为我总觉得人生的计划赶不上变化。现在我已经成为了三个孩子的父亲，我所要做的就是继续努力，
烈日下成为他们的树荫，大雨下成为他们的伞。这顿晚饭以后，大家的心情都变得特别好，包括我也是，我甚至主动要求要去喝两杯。现在回到家里开始第二顿战斗。Нет, у вас 40 градусов, ничего страшного, как вода. Маня, я никогда в жизни не видела, чтобы ты пил. Ага, сейчас увидишь. Пацаны, закусывай. Да, не мейте его. Что, начинаем? Давайте. Будем здоровы. Ваня, ты что? Ой-ей-ей. Да, буду. Мастер-класс. Нифига себе. Шаолин. Шаолин. Давайте. Видите, здесь 3 человека, а 3 стороны. Да. 13. Да. Представляете? Да. 13. И все дружелюбные. Да, в Казахстане. 5 пальцев, они разные. Все как братья. Да. Давайте, до дна, поехали. Поехали. Мы любим любую нацию. Лишь да. бы были они дружелюбные. Да. Все, больше ничего не надо. Здоровья всем. Да, здоровья всем. Да. Да. Ваня, ничего страшного, если ты выпил? Ну, у вас всего 40 градусов, нормально. Не как у нас крепкое. В прошлый раз, когда папа выпил вот наши 53 градусовые, как в следующий день было, да? Тяжело. Пошли, этот луну поснимем. Пойдем. Ваня, тебе смотри на мой телефон. Ты что, луну снимаешь или... Да, это луна. А, это луна, да? Да. Сейчас я через своему посниму. Бля, видишь? Ваня, я теперь тоже хочу холодную, как у тебя. Не, я в шоке же. Просто ужас. Как ты так вот приблизил на айфоне вообще? Да, не получится. Не получится. Дядь Витя, пойдемте мы с вами попрощаемся. Давай. Не прощайтесь, а. Не прощайтесь, говорите до свидания. До свидания, да, до следующей встречи, уходим. Надеюсь, мы в Турции увидимся. Увидимся обязательно. Не прощаемся. Пока. Пока. Мамка ушла? Кто там? Ладно, свидания. Счастливо. Хорошо вам долететь. Спасибо. Спасибо. Учила. Одеваем бутсы. Да я... На, пап. Женщин, каждому по одну. Далеко ездить? Не надо много, если что. С какого корня? С женщины. Вань, ты мне его давал только не таким, а пусть сухой. Я его под язык ложил и рассасывал. А, да, другой. Это вкуснее. Да. Так, проверьте еще раз. Сумки, все. Самое да? главное паспорта. Да. Остальное. Да. А, ну да, конечно. Правда? Да. Прощай навеки, моя первая фристайл. Прощай навеки. Моя первая любовь. Конечно. Да я понял. Дай бог. Будете у нас на Колыме? Нет, лучше вы к нам. Все. Да. Конкретно, коротко есть. Я понял. Ух, это да. Доброе утро вам. Поспали хотя бы на дороге? Доброе утро, пап. Поспали, да, чуть-чуть? Чуть-чуть по дороге поспали. Я тоже чуть-чуть поспал. Видео... Это невозможно. Да, видео до утра, 5 часов доделал, потом... Ну, что там видео, как, Ваня? Отлично. Ну, этот, что пишут люди? Сейчас вам покажу. Когда у тебя много хва, есть что-то? Еще
门口的还没拿过来。对呀、啊，有什么感觉？有点复杂呢。就我真的特别，本来想在中国生孩子，对吧？嗯。没法回呢。这次受罪了。第一，我生孩子的时候只有一个助产师啊。我上次说错的，说的是护士，其实也差不多啊。嗯，然后还有一个扫地阿姨，还好她在呀、啊。要不是她，我真的就不知道命都没了。因为双胞胎一个生完之后，另外一个那个会动，对吧？不是，她是会那个位置换一下，换位置，然后那个特别危险，对吧？反正一切顺利了，一切顺利了。后来呢，我一直住院。4天，为什么呢？因为我的胆红素比较高呀，所以医生一直不让我出院。其实在那边也不给我挂水，也不给我打药，只让我吃药，而且我吃的药都是我自己买的，因为比较贵的。嗯，我自己买的，我有。然后呢，医院去检查我的那个，你要唱柜对吧？嗯哼，他给我一个，瓶子空瓶，就是把它剪掉了，别人喝的水他给我瞄在一边。明天早上要检查尿常规，给我这玩意儿。唉，这次受罪了，辛苦你了。对呀、啊，而且也不让家人陪我一起在病房呢，因为哈萨克斯坦在塔拉的最近有那个麻疹，疫情还是啥的，反正就不让别人进医院，我一个人带两个孩子，快要疯了，真的。唉，要不要在中国生的话，我可以坐月子，啥都不做了。现在还好，我回来见奶牛都特别开心。开始了吗？太厉害了。Ты сильно туда не суй, только осознанно. Холма, как обалдеть.